Наконец-то мы вернулись. Вы думали, мы пропали, зрители? Если вы готовы узнать, что мы приготовили для этого города, прямо сейчас поставьте лайк. Я жду с каждого из вас лайк. Да, влепите лайкос. Или человек в маске нас всех закроет в подвале. О да, лайкос обязателен. В общем, знаете, что я приготовил? Вы знаете, что Скибиди Туалет — это наши друзья теперь. Да ты что, серьезно? Я-то думал, они против нас, они за жителей, потому что они стоят у них в доме, туалеты. Нет, это скорее всего наши друзья. Мы теперь вместе команда. Сегодня ночью будет нашествие очень интересное, поэтому будьте готовы. Мадам Агата, ты серьезно? Человек в маске еще жив? А, да. Ну ты что, не видел портрет? Хотя я там молодая была, но ничего. Я знаю, что он жив. И он вернется, этот человек в маске. Да не может быть. Бабуля, да ну что ты там прям так говоришь? Мы уже его остановили. Столько монстров у нас было в нашем городе. О, внучок, ты даже не знаешь, на что он способен. О, еще как знаю. Так, что там у нас в городе происходит? Давненько я не встречал и не здоровался. Что это происходит с жителями? Что вы тут делаете? Не понял? Что с вами? Ой, Адор, у нас тут очередь в этот дурацкий ресторан. Мы ждем. Что? Как мы устали ждать уже. Так долго. Я тоже устал. Я прям хочу в туалет. Не могу, аж двигаюсь вот так вот странно. Что, ребята, почему вы заставили их тут ждать? Да у нас готовится. Наша печь очень долго варит. И наши пиццы. Что, серьезно? Да, немножко у нас еще не хватает туалета. Что, серьезно? Ну да, ты что, не знал? А что случилось? Ну, у нас у всех в домах исчезли туалеты. Что? У всех соседей исчезли туалеты? А, да. Да ты что, не знал, что ли? Теперь вон все хотят туалет. Ну да, я вижу, конечно, вижу. Что происходит? Ребята, что вы тут делаете? Слышь, я сильнее. Тигр сильнее, чем этот буйвол. Буйвол сильнее. Я тебя загашу. Что? Да нет, тигр загасит буйвола. Ты чего? Они как бы охотятся, тигры, на таких буйволов, как ты. Нет, я сильнее, у меня есть доспехи. Ну, у тебя только вот тут вот, видишь? А у него зато есть очень сильные клыки. О, у меня тоже есть. Ну ладно, посмотрим, кто сильнее. Напишите комментарии. Буйвол или тигр? Ребята, напишите прямо сейчас комментарии. Так, что тут происходит? Пиксельмен? Ой, Гатлтик, ой, привет. Я тут, короче, тут стою просто. Что это, кто такая? Ой, это моя подлуга, девушка, ой, подлуга, то есть. Что у тебя есть девушка? Не может быть, Пиксельмен. Как так? О, привет. Я просто тут мимо проходил, все нормально. Что? Как так у Пиксельмена есть девушка? Вот это, конечно, поворот. Джордж? Джордж, что тут происходит? Эй, ты меня должен 10 000 монет, слышь? За то, что ты такой проказник. Что сделал Джордж для тебя? Я ничего не делал. Я просто перешел дорогу. А этот чувак ехал на машине. И теперь меня спрашивают 10 000. Слушай, Якудза, давай подписчики лайками тебе вернут 10 000 лайков поставить. Что? О, интересно, интересно. Если они поставят лайк, значит я им нравлюсь, да? Да, 10 000 лайков. И он тебе ничего не должен, хорошо? Ладно подумать. Я буду знаменитым. Эй, босс, ты чё-то слишком... это же просто лайки обычные. Тихо там. Ну давай, хорошо, договорились. Ладно, ну все, он тебе ничего не должен, договорились. Все супер. Что? Сергей Анатольевич? Ой, Адор! Да я тут трубу чищу. Ёлки-палки, загрязнилась. Сергей Анатольевич, когда у нас будут уроки, а уже? Ой, скоро. Скоро в школу вернетесь. У нас же каникулы, как-никак. Летние каникулы у всех. Ну да, в принципе, ты прав, Сергей Анатольевич. Наверное, все соскучились по школе. Ха-ха-ха.
Ну да, я думаю, подписчики, и в принципе я тоже соскучился. Аторчик! А? Мамулита, что ты делаешь? Атор, ты чё? Ты до сих пор не проснулся? Что происходит? Всё нормально? Нет, ты посмотри! Посмотри в сторону дома соседа! Что? Это что такое? Что происходит? Так, все собрались. И у нас сегодня важное задание. Я человечек, маленький младенчик в желтом. Что? Ребята, вы что тут делаете? Не понял. Это что за нашествие туалетов? Посмотрите. Их очень много. Что вы хотите? Ах, мы захватим этот город. И нам велел наш босс. Что? Не понял. Посмотри назад. Ё-моё, это твой босс? Оу, нет, я не босс. Мой босс — человек в маске. Мы вернулись в этот город. Мы разрушим весь город. Что? Не может быть. Их действительно много. Эти все туалеты, посмотрите, они встали и хотят слушаться этого огромного туалета. Да, мы будем его слушаться. Ваши жители, всех прикончим. Что? Эй, что такое? Что происходит? Полицейский, тут бунт, ты что не видишь? Я вижу, что будем делать? Блин, даже не знаю, что сказать. И что будем делать? Для начала, скорее всего, оружки нужны. Все-таки случилось, что я говорила. Я рассказала, будут нападать на город наш. Что, мадам Агата реально говорила, и она знала? Почему раньше не сказала? Ребята, на город напали эти 1000 маленьких туалетов и огромный младенец в желтом. Если вы хотите продолжение, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим роликом с друзьями, чтобы они оценили этот ролик. И обязательно в следующий ролик я буду продолжать уже снимать с соседями. Может быть, даже продолжу уже снимать потихоньку сериал, если вам, конечно же, понравится. Поэтому, если вы хотите сериал продолжения, напишите комментарий, гоу продолжение. Обязательно буду пилить. На этом все. Всем спасибо. С вами был я, Игрокодор. Всем удачи. Всем дерба. Всем позитива. Всем хорошего. Делайте добро. Не делайте зла. Будьте всегда на позитиве. И всем пока-пока-пока. Давайте посчитаем до 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10.